Приветствую, друзья! С вами Маркелов Борис. Итак, мы начали участвовать в очень интересном эксперименте в употреблении еды от Energy Diet, так называемой, от магазина, не магазина, фирмы, я не знаю, как это называется, чисто случайно узнали. Лучше нет красоты, чем отдыхать. Сижу, отдыхаю, пью пиво. Ну, как вы знаете, мы на отдыхе, и мы можем себе это позволить. Итак, приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Сегодня 1 августа 2017 года. С помощью вот этих продуктов, вот этого Energy Slim и Energy Diet Smart, я похудел более чем на 12 килограмм. То есть результат налице, как вы сейчас можете видеть. Ну и сейчас я вот встану, покажу вот свои штанишки. Вот смотрите, если вам заметно, вы можете ощутить разницу. Все начиналось с невинной шутки, с предложения «давайте просто похудеем». Что же случилось дальше? 1 июня мы вступили в эту программу, 6, то есть 3 июня мы уехали в Турцию. На все включено, а вы представляете, какие там столы и... В результате, что когда мы приехали, то есть как я был 120 килограмм, так я и остался. Но перед этим я пил, прошел курс, чуть-чуть там несколько дней я попил коктейли. Вот, на данный момент 1 августа минус 12 килограмм, то есть, ну, или ну, что-то около 12, потому что когда я снимал видео, там было, я выложу в конце... В заставках, то есть первоначально мой вес был, составлял 123 килограмма. Сейчас я вешу 114,2. Утром я взвешивался 114,2. Мне говорят, что для чего ты майки покупаешь на несколько размеров больше. Ребята, я не покупаю на несколько размеров больше майки. Это мои старые майки, вот, которые я покупал вот в Турции. И они сейчас на мне висят. Я до сих пор не верю, что такое возможно, и что вот с помощью каких-то комплексов, без нервов, без тренировок, можно скинуть много килограмм. Я не собираюсь останавливаться на этом. Я буду скидывать еще до 90 килограмм, то есть осталось мне буквально там какие-то 15 килограмм скинуть. Чтобы мой вес составлял 90-95 килограмм, то есть это мой нормальный, для моего роста 1,85 м, это будет мой нормальный вес. Может быть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но 95 килограмм я вам в результате, я думаю, через месяц, через полтора, я буду весить 90 килограмм, и поверьте, так и будет. Если кому интересно, вот этой продукции именно... Ссылка на магазин будет под этим видео. Если кто-то захочет продвигать это как менеджер, что я очень советую, тоже ссылочка будет под этим видео. Ведь на похудание мы уже заработали более 50 тысяч рублей. То есть на мои результаты смотрят люди, они подключаются. И, соответственно, мы зарабатываем. Я худею, мы зарабатываем. Также люди худеют, также зарабатывают. То есть, потому что к ним подключаются люди, которые тоже либо хотят похудеть, потому что вот именно вот эти коктейли, это функциональная еда. Это не именно... Можно похудеть с ними, если кому надо. Можно потолстеть, если кому-то надо набрать вес. А можно просто применять как обычную функциональную еду, заменять завтрак и ужин. На обед я кушаю обычную еду, то есть ни в чем себе не отказываю. Вчера, если вы посмотрите на канале, вчера мы ходили есть шашлык. Но в чем плюс вот этой еды? Есть эффект пластика, то что мы съели вчера, это нежно удалилось из организма. И уже, я думаю, там его нет. И мы также без нервов, без тренировок продолжаем пить вот эту продукцию от NL International Energy Diet Smart и употреблять вот такой комплекс. Это «Худей легко за 25 дней». Буду заказывать его еще, потому что результат меня вдохновил. Буду продолжать дальше.
На этом заканчиваю. Всем привет. Кто хочет похудеть, подключайтесь к программе. Ссылка будет под этим видео. Кто хочет похудеть и при этом тоже зарабатывать от 15 тысяч дополнительных денег в месяц, ссылочка на регистрацию менеджера будет тоже под этим видео. Также будут контактные данные, по которым вы можете связаться со мной и обговорить, если вам что-то непонятно. На этом заканчиваю. Всем привет.